Клопотенко удивил рецептом вкуснейших гречаников, добавив в них особый ингредиент. Ресторатор Евгений Клопотенко решил поделиться рецептом роскошных гречаников с куриным фаршем и соусом на основе томатной пасты и яблока. Это блюдо, напоминающее котлеты, издавна популярно в Украине, но шеф-повар решил поэкспериментировать, добавив в рецептуру особый ингредиент – растворимый кофе. Как соединить, казалось бы, несочетаемый сет продуктов, Победитель мастер-шеф рассказал на своем личном сайте. Особый вкус соусу придает растворимый кофе, довольно необычно, но очень вкусно, послевкусие соуса просто захватывает рецепторы в плен. Сами же гречаники я решил не обжаривать, а сразу запечь, рассказывает кулинар. Ингредиенты. Для гречаников. Куриный фарш 300 граммов. Гречка 125 граммов. Сало 50 граммов вода 250 мл, яйца 2 штуки, черный молотый перец 1 дробь 3 ч, л манка для панировки 3-4 ст, л подсолнечное масло 3-4 ст, л соль 1 дробь 2 ч, л для томатного соуса, томатная паста 2-3 ст, л вода 200 мл чеснок, 3-4 зубчика перец, горький, 1 дробь 2 шт. яблоко 1 штука кофе, растворимый 1 час л, сахар, 1 щепотка соль, 1 щепотка. Пошаговое приготовление гречаников. Залейте 125 граммов гречневой крупы 250 миллилитров воды. Посолите по вкусу и варите на среднем огне в течение примерно 15 минут. Всегда обращайте внимание на инструкции на упаковке, они могут отличаться в зависимости от производителя. Порубите ножом 50 граммов сала. Когда гречка остынет, добавьте к ней 300 граммов куриного фарша и измельченное сало. Добавьте 2 яйца. Немного посолите и поперчите. Придайте основе для гречаников форму, как на котлеты. Запанируйте гречаники в манке. Застелите противень пергаментом и смажьте подсолнечным маслом. Выложите гречаники и запекайте в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут. Для томатного соуса натрите на крупной терке 1 яблоко. Переложите в сковороду вместе с 2-3 ст. л томатной пасты и 200 мл воды. Натрите на мелкой терке или пропустите через чесночный пресс 3-4 зубчика чеснока, добавьте в сковороду. Нарежьте тонкими слайсами 1 дробь 2 горького перца и добавьте в соус вместе с 1 щепоткой сахара и 1 щепоткой соли. Тушите 2-3 минуты и добавьте 1 час Л. Растворимого кофе. Перемешайте соус и доведите до нужной консистенции. Гричаники подавайте вместе с томатным соусом. Приятного всем аппетита. Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко удивил украинцев рецептом колбасок из картошки в мундире. Также мы писали, как приготовить роскошную морковь по-корейски всего за 5 минут.